Череда пожаров в центре города продолжается. Очередное возгорание произошло накануне на пересечении улиц Рахова и Рабочей. Загорелся второй этаж нежилого дома. Это уже второй пожар на неделе. Первый раз пламя окутало строение в ночь с 19 на 20 июля. В тушении тогда участвовали 6 единиц техники, 23 человека личного состава. В целях безопасности из соседей пятиэтажки спасатели эвакуировали 10 человек, в том числе одного ребенка. Тогда огонь полностью уничтожил пристройку и кровлю дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В настоящее время причины возгорания выясняются, однако местные жители уверены, это поджог. Ведь их старые деревянные строения соседствуют с новыми высотками. Понятно, что, наверное, поджог был умышленный. А почему понятно? Ну, а как? Центр города, земля дорогая, в принципе. В любом кто-то уже застолбил ее. По одной из версий, пожары в центре Саратова – дело рук одного и того же человека. Во дворах домов перед началом возгорания местные жители видят подозрительного мужчину. Злоумышленника якобы несколько раз ловили сами пожарные и передавали сотрудникам правоохранительных органов. В полиции данную информацию не подтверждают.